По результатам проведенного тестирования нам остается только констатировать, что новая линейка компьютерных блоков питания Silent Pro Hybrid получилась достаточно удачной, а компания Cooler Master в очередной раз подтверждает статус одного из ведущего производителей подобных устройств. Модель мощностью 1300 Вт характеризуется великолепным качеством исполнения и красивым инженерным решением. Использование одной 12-вольтовой линии с выпрямителем на полевых транзисторах и двух дополнительных DC-DC преобразователей позволяет добиться просто колоссальной мощности, отличной стабильности напряжений, низких пульсаций и неопасного нагрева. В общем, по электрическим параметрам источник питания не вызывает даже малейших нареканий. Шумность работы напрямую зависит от мощности, и при значительной отдаче она вполне ощутимая. Однако высокая эффективность все же позволяет блоку быть достаточно тихим в очень широком диапазоне мощности. Например, практически до киловатта лопасти кулера вращаются на пониженной скорости около 1000 оборотов в минуту, а до 200-300 Вт он вообще не включается.